Привет еще раз. Я хочу продолжить мое первое видео, которое сейчас только что я выставила в красном платье. И я там кое-что не досказала. Значит, как я провожу время, я не сказала, что я учу английский каждый день. Ну, примерно 20 минут, если честно, этого мало. Может быть, надо час заниматься. Учу я по программе English Galaxy, мне нравится. И еще одна программа, я забыла, как она называется, там мужчина и сидит в группе несколько, около 5 учеников, взрослых уже, они, по-моему, все актеры, и он на доске, и как в роли учителя, как будто это в институте, проходит урок, и там примерно 16 занятий, и он утверждает, что за 16 занятий можно реально разговорный английский уже спокойно владеть и не бояться высказывать свои мысли на английском языке. Сейчас, если я буду сейчас рассказывать, вспомню, скажу вам, как это называется. Также я бегаю по утрам на стадионе. До этого мы бегали уже во время этого короны с моей подругой Ксюшей. Бегали в парке Горького, но сейчас там тоже запретили вход и штраф около 16 тысяч гривен. Не знаю, как это, правда или нет, неужели, если я в парк приду, то там меня возьмут штраф, и с собой нужно носить паспорт, быть в маске, в магазины уже без масок не пускают, или на почту, или куда я хожу, я часто хожу на почту, вы знаете, что я заказываю по новой почте что-либо по интернету. Так, бегали мы, значит, в парке уже, когда потеплело. Пробежка у нас, причем иногда даже в 7 утра, иногда в 8, чуть-чуть по-разному. И после этого мы шли к ней и делали сеанс йоги, проходили. Ой, точнее не йоги, а медитация. Очень классные медитации, расслабляющие, такие воодушевляющие. И таким образом мы поддерживаем себя в хорошей форме. А также я приседаю, стараюсь, ну, хотя бы 5 подходов, по 10 раз приседаний, и тем самым качаю попу свою, которой у меня почти нет. А также я прошла вот недавно коловаду и похудела на 3 килограмма. Уже у меня весы тут рядом стоят, я взвешиваюсь каждый день. Я сейчас вешу 52 килограмма, а весила еще, когда жила там на той квартире в прошлой жизни, 54, даже 55, по-моему, вот так. То есть я похудела, и мне это нравится. Также я пью сейчас вот такие коктейли. Такой коктейльчик очень классный, он у меня заканчивается, из кораллового клуба. Это коктейль манго и цитрусы. Orange and mango. Очень мне нравится этот коктейль, похож на сок мультифрут по вкусу, но сплошные здесь витамины, здесь можно посмотреть, что Ксюша тоже такой пропила, сейчас она клубничный пьет. Также сейчас я выставила вам, покажу вот такие витаминки Tasty B, тоже из кораллового клуба у меня. Вот этим средством я руки дезинфицирую, называется Мирамистин, а также у меня салфетки вот такие вот я пользуюсь, Coral Альфа, короче, вот такое что-то, витамины у меня. Также спирулину курс я пропила, папайя очень классная, по-моему, она для пищеварения. Спирулина вот моя была, спирулина, вот такие капсулы здесь, 120 капсул, она повышает иммунитет и никакие болезни не страшны, вирусы. Также я в рот вот такой капаю витамин D, D3, ну и дочке это делаю. И дочка у меня папайю тоже пьет, витамин D. А также вот в этих, это у меня лецитин в очень интересных капсулках, вот таких прозрачных, красивых, больших. Лецитин, вы знаете, что и для памяти хорошо, для кожи, для волос, для всего. И суперфлора, вот такое вот супер средство у меня.
И калавада, вы знаете, что пропила этот курс двухнедельный. Он, это очистительная система, двухнедельная на клеточном уровне, улучшается после нее все, и может быть я постройнела благодаря этому, хотя может быть из-за стресса тоже, потому что вы знаете, что я пережила серьезную такую, можно сказать, вообще полную трансформацию себя. И да, если честно, это очень тяжело, то, что я пережила, но я оптимист по жизни и не замыкалась в себе, я только общалась и хочу выразить благодарность своим друзьям, подружкам, которые меня очень поддержали в моей ситуации, были рядом со мной, и я могу им самое сокровенное доверить, то, что меня волнует в жизни, и они меня поддерживают, они мне помогают, помогли мне в этой ситуации очень. Если бы не они, я не знаю, как, вы знаете, что около 10 человек примерно в нашей жизни, а то и меньше, около 2-3 человек, с кем мы можем реально поделиться. У меня это больше 10 человек, получается, это список людей, которым я могу реально доверить свое самое, поделиться с ними и радостью, и печалью, и они меня поймут и поддержат, и это моя поддержка и опора. Мои друзья, мое окружение, человек на 90% определяется своим окружением. И те качества, которым не хватает этому человеку, значит, они есть в этих близких его. Или какими хотел бы обладать качествами. Вот такие есть и в этом его окружении. А также еще, пока я не забыла, есть такой момент, что даже негативные качества можно рассмотреть с положительной стороны. Например, и проработать их. Например, то качество, которое раздражает больше всего в близком человеке или друге, которое остро вы на него реагируете, на это качество, и просто бесит. То, что бесит, это значит, непризнанное качество есть в вас самих, именно это. То есть вы его не признаете в себе, и оно вас раздражает в этом ближнем вашем человеке, и получается, что его надо выявить и проработать. Техника, как проработать, есть в суперэго. Ну, вы мне задавайте вопросы, я вам подробнее отвечу, если вы обратитесь. Это такая тема, знаете, работа с подсознанием, и она особенно интересна будет для тех, кто хочет что-то поменять в своей жизни реально. Не просто на словах, а на деле, чтобы вы прочувствовали это. И благодаря этим проработкам, которые я проходила с конца декабря, ну, по-моему, до конца января, месяц целый, я думаю, что в моей жизни пошла вот эта вот трансформация, то, что было в зацикленности 10 лет, начали происходить кардинальные изменения в моей жизни, в том числе и то, что со мной произошло. Так. Хочу сказать спасибо о подругах, вот те, кому я доверялась. Это Лиля, это Алла Кузнецова, это Ксюша Суворова, Женя, ее муж. Это так, самые близкие. Потом Вита у меня в Инстаграме есть, и на них ссылочки на всех. Потом большое спасибо, Витуля. Кто у меня еще? Света, Светлана из Travel, это тоже близкая моя такая подруга. Она у меня на канале тоже есть. Наши дочки дружат с Настей. Потом Оксана, та, которая на Тесле тоже у меня мелькала в моем видео, это тоже очень хороший человек, я ей благодарна за все. А также, кто у меня любимые мои девочки, там, ну, короче, всех, кого я забыла упомянуть, знаете, что вы со мной, вы в моем сердце. Кстати,
Кстати, так, о работе. Вот сейчас такая тема, вот это вот то, что я не договорила в прошлом видео, что это как испытание, и выдержат его самые сильные, самые испытания на прочность человек тут будет проверяться, вот как он, насколько максимально качественно будет использовать свое свободное время, насколько максимально он придумает что-то новое. Это, конечно, выход из зоны комфорта. И здесь, как кажется, что по спирали все идет вниз, но здесь, если настолько мощный человек, то он выдержит это все, и наоборот, быстрый виток будет вверх, поднятие и улучшение его полностью, кардинально изменится его жизнь. Так, и главное не зацикливаться ни на чем и прислушиваться к своему сердцу, довериться ему, и то, что вот оно вам подсказывает, это интуиция, это подсказки, знаки какие-то, вскользь брошенная фраза близкого человека, вот это вот все будет играть значение. А также хочу поблагодарить Иру, это у меня подруга, у нас дочки учатся вместе. Ириша, привет, она мой, можно сказать, продюсер, как я могла забыть, вот Ира, особая благодарность за поддержку, а также музыку, которую я слушаю, оставлю внизу под видео ссылочки, очень мне нравятся некоторые треки в последнее время, и я люблю и слушать, и танцевать особенно, особенно мы очень классно танцуем с Женей и с Ксюшей, мы часто общаемся во время этого коронавируса, я только с ними в основном практически общаюсь, еще Света у меня есть, и получается, что каждый день почти я прихожу к ним в гости, мы танцуем, может быть, в этом видео я смонтирую, вставлю вам, как мы проводим время, там небольшие такие у меня зарисовки есть. И с пользой проводим время. Это люди, которые развиваются, которые у них свое дело очень классное, у них вокальная студия SK Vocal Studio, куда моя Наденька пойдет в ближайшее время и будет у них и фортепиано изучать, и вокал. А также что я хочу сказать, что я никогда ни в кого не влюблялась. Ни один мужчина не смог меня влюбить в себя. Но я бы очень хотела испытать это чувство. Музыка под видео. А, насчет работы, что вам в помощь будет ваша фантазия, ваши идеи, и не сдаваться, идти только вперед, придумать что-то новое, может быть, изобрести новую технологию, как зарабатывать деньги, ведь мы все-таки в материальном мире живем, хотя духовная сторона тоже немаловажна, и стоит развиваться во всех этих направлениях. Самые главные направления – это, вы знаете, здоровье, отношения с родителями, с детьми, межгендерные, а также это предназначение, вот это вот то, что я говорю, работа, найти свое предназначение, найти свою дверь. И четвертое – это деньги. Все, что связано с деньгами в нашей жизни, и для каждого норма своя, все мы разные в этом плане. Для кого-то 5000 долларов это норма каждый месяц, для кого-то и 500 долларов даже это норма, кому-то и 100 долларов еще не под силу заработать каждый месяц. Ну, всех по-разному. Выбирайте для себя, определяйте свою норму и идите к этому. Желательно как можно быстрее, делать надо шаги, чтобы что-то достигнуть в этой жизни, говорить, там, записывать это одно, нужно просто поднять попу свою, действовать и преуспевать. И этими действиями вы будете приближаться и очень быстро даже, может быть, к своей цели, к той идеальной и нормальной для вас жизни, которую вы хотите. И поднять уровень, соответственно, вот если нормой для вас было там, например, 200 долларов, там 500 долларов каждый месяц,
то повышать свою норму. Теперь к 1000 вы идете, потом к 5000 и так далее. То есть все время нужно повышать свою норму. И также, ну все, в принципе, вот это и все, что я хотела сказать. Спасибо, что вы со мной. И мне так вот, знаете, войти в это русло, снимать опять видео не так просто. И я хочу, ну, конечно, хочу каждый день снимать. Я понимаю, что это лучше даже для меня так будет. Мне как-то не по себе было, что я все никак не могла начать сесть вот так вот с вами поговорить по душам, как говорится. И сейчас я хочу, поддержите меня в этом, чтобы я каждый день снимала, пожалуйста. Мне это необходимо, ну как-то вот не получалось никак. Спасибо вам за все. Целую вас. Пока.